начинаешь вращать раньше, чем он оторвался. Сначала первый, когда надо оторвать. Как только ты почувствовал, что он подлетел, ни одной ногой не касается. Потом начинает поворачиваться. Он еще не взлетел, он еще стоит. Он еще стоит. А ты начинаешь поворачиваться, поэтому ты сам на себя заваливаешь. А когда вот он поднялся, он меня уже никуда не заваливает. Потому что. Стоит на двух ногах, а ты уже начинаешь вращаться. Как только он стоит, он еще борец. Как только он летит, он уже не борец. Сначала приподнимаешься, а потом вращаешься. Да.